Значит, вышла информация по акции Zoom, которую брали с NASDAQ 100. За последние, наверное, 5 лет все инструменты, которые я давал при переходе из одного индекса в другой, все отработали. То есть 99% отработал. Один Zoom не отработал. Неважно то, что кто-то там начал. По Zoom даже не было точки входа. То есть все услышали просто какую-то плохую новость в первую очередь и побежали сразу его шортить. Но помимо того, что выходит какая-то новость, даже очень плохая, должен же быть сигнал. Я всегда на семинаре рассказываю одну очень важную вещь, что кто понимает и хочет понимать рынок, тот будет обращать внимание только на то, как отрабатывает график. Итак, еще раз, смотрите внимательно. Перед тем вообще, как заходить в какую-то сделку, вы должны понимать, что все должно быть на бумажке. То есть вы должны написать план действий. Что сделает план действий? План действий у вас первое. Уберет человеческий фактор. Второе. Поддержит вашу правоту, когда инструмент пойдет в вашу сторону. И все. Все, что вам нужно знать, оно все есть у вас в руках. Ваша задача предельно проста. Это не лезть туда, куда вы не понимаете. Вот это самое главное. Не думайте никогда, что рынок, вернее, вы умнее рынка. Я торгую 25 лет, в ноябре было 25 лет. Я никогда в жизни не думал, что я умнее рынка. Никогда. Я всегда боюсь быть заумным с рынком. Каждый раз, когда я бываю заумным с рынком, меня уносят. Поэтому я никогда с рынком не тягаюсь. Я стараюсь с рынком быть другом. И вопрос один. Что делать дальше, если вы правы и если вы не правы? Если вы не правы, нужно сразу понижать объемы и смотреть по сделкам. Но тут возникает проблема. Если вы не умеете торговать, вы никогда не поймете, в чем вы не правы. И если вы правы, надо просто поднимать объем. Больше ничего.